Новая волна протестов против полицейского произвола захлестнула США. В акции в Вашингтоне приняли участие более 1000 человек. Демонстранты прорвали ограждение около здания Конгресса. В центре Далласа, штат Техас, звучат выстрелы. По предварительным данным, убиты 4 полицейских, 11 получили ранения. За последние недели в США совершено 2 резонансных убийства. В городе Фолкленд-Хайтс, штата Миннесота, полицейский выстрелил в молодого человека при задержании, ранил его позже, мужчина скончался в больнице. В городе Батон-Руж в штате Луизиана двое правоохранителей в упор расстреляли безоружного афроамериканца, думая, что он собирался выхватить пистолет.